Я робототехник-самоучка. Люблю роботов и пытаюсь своими руками хоть как-нибудь делать. Сегодня я хочу сделать механическую роботизированную руку из палочек от мороженого. Берем палочку от мороженого и вырезаем фаланги пальцев. Теперь их необходимо правильно соединить между собой. Для этого я взял паяльник и стал прожигать дырки для болтиков, поскольку от сверления палочки лопаются. Соединив все как надо, у нас получается палец, а вслед за ним простая четырехпалая кисть. Для сгибания-разгибания пальцев я использовал сервоприводы и толстые капроновые нитки. Управляется вся эта конструкция через телефон. Я соединил микроконтроллер серии Arduino и специальный Wi-Fi модуль. Таким образом, подключаясь телефоном к механической руке, я могу управлять ею на расстоянии аж до 25 метров. Мне кажется, что получилось довольно неплохо. Хотя выглядит эта рука крайне неуклюже. Давайте потестируем то, что у нас получилось. Попробуем взять пустой пластиковый одноразовый стаканчик. Отлично, нальем в этот стаканчик воды. Крепко держит. Бутылка. Ну-ка, поднеси бутылку. Ну, отлично. Так. Селфи-палка, ведро, зубная щетка, расческа, фонарик. Шикарно! Друзья, всем тем, кому не нравятся мои видео, кто ставит дизлайки, оставляет негативные комментарии, вот. Все остальные подписываемся на мой канал.